Всем привет! Сегодня мы приехали в Ровное на фестиваль арбузов и первым делом решили посмотреть на экспозицию, которую приготовили для гостей местные жители. Например, вот эта вот гусеница Вупсиня в стране арбузии, которую сделали в поселке Владимирский в этом году. Так, здравствуйте, куда вам можно задать пару вопросов? О! Можно и сюда задать пару вопросов. Да, это вот степной идол. Мы же в степи живем. Мы нашли самую крутую колонну на этом празднике. Это ангелы ада. Практически. Привет. Скажите, почему на празднике арбуза вы на мотоцикле? Просто. Кто это? Это ежик. А нет, это не ежик, это Микки Маус. С Владимира. Ага. Вы с Владимира? Да, они... Ну, Мурманская, Владимирская, это... И вы слышали там про арбузы? Ну, то есть там же так холодно. Девушка, что мы в Ровенском районе живем, поселок Мурманский. А за что вы любите арбуз? Как за что? Почему? Что за глупый вопрос, за что вы любите арбуз? Арбузы все любят. Вы нормальные вопросы задавайте, не глупые. Ну за что? На глупый вопрос не отвечаю. Цветок упал. Мы увидели маленькую принцессу. Девочка, можно вас... Здравствуйте. Скажи. Ну за что? Ты принцесса арбуза сегодня? Да. Да как его не любить-то? Большой. Да вы что, арбуз не любить, чтобы? Арбузы, они же такие вроде вот для нас, непосвященных людей, одинаковые, полосатенькие такие все. Ну, во-первых, видите, вот даже какой-то отлив от него идет. Сейчас найдем, кто вырастил самый большой арбуз. Сейчас найдем. Он идет. Да. Когда он совсем маленький растет, как определить, будет ли он чемпион, либо дохляк? Произведение, не каждая работа по-своему оригинальна. Дохляк, по-русски сказать, он сразу как бы видно в начале развития его видно. Да. А большой он вырастет, это зависит от многих погодных факторов. Фестиваль арбузов закончен, самый большой арбуз обрел свою награду, поэтому мой арбуз танцует блюз. Кстати, так называлась одна из номинаций на конкурсе. Ничего смешного в этом нет.